Ну, кто не любит сосиски в тесте? А мы приготовим сосиски в тесте с сыром. Теплое молоко. Добавляем сахар, прессованные дрожжи. Все тщательно размешиваем, чтобы дрожжи растворились. Добавляем яйцо, часть яйца оставляем для лизона. Соль, мука. Растопленное сливочное масло, остатки муки и все тщательно перемешиваем. Замешиваем мягкое тесто. Накрываем пленочкой и ставим в теплое место для расстойки на 1,5-2 часа. Готовое тесто. Формуем шарики, раскатываем лепешку. На нее укладываем сыр и сосиску. Края защипываем. И ставим на расстойку в теплое место. Выпекаем до готовности. Готовы наши сосиски в тесте с сыром. На разрезе мы видим сыр и сосиску. Тесто мягкое, пышное. Из остатков мы приготовим пиццу. Но это уже следующее видео. Приятного аппетита!